Через раздевал. Потом обувь. Не надо, иди Максим подкидывать, я что-то вдруг подумал. У него есть. Я не помню, когда это было, но... Надо вам.
Мать, подождите, не убегайте далеко. Не ваше. Это не сейчас ваше. Вот, а это вообще ваше. А, точно. Давайте повыше, что там вы совсем затрусили. Олег вообще остановился. Константин. Ручки наверх.
этом и есть вся прелесть. Ручки наверх. Это очень вкусное упражнение. Побыстрее, побыстрее, темп, все дружно. Ручки наверху, прямые. Тянутся к солнышку. Что на остановке? Что на... Не, вы говорите, говорите только руки наверху. Я так сконцентрировался. Надо только так и концентрироваться. Поехали, третья серия на кисть с прыжочками. Прыгаем, машем. Мелкие прыжочки. Поехали. Поехали. Нет, на двух ногах, прыжочек, мах, да? Так вот, да, шикарно. На двух. Налево смотрим. Налево смотрим. Ага. Мне мой вариант очень нравится. Обе руки наверху. О! О, мне нравится. Мне нравится. Отлично, отлично, Олег. Давайте, подключаем все руки. Олег, не одним боком. Прямо ножки. Параллельно. Дальше, дальше, дальше. Что за остановки такие? Не получается. Как не получается, должно получаться. Подгоните прямо. Давайте, 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 джамп, джамп. Все? Олег, хорошо, только не слышно вас. Сильнее удар. Олег, куда-то боком, вправо, влево. Прыгаем, прыгаем, прыгаем и машем, прыгаем и машем. Улыбаемся и машем, улыбаемся и машем. Давайте, давайте. Смотрели пингвинов на Мадагаскаре? Улыбаемся и машем. Там не было ничего про слово «прыгаем». Я лучше. На Меркурий не Олег, что случилось? Не-не, у вас все хорошо. Бежим, бежим, бежим. Мне кажется, это отмазка пошла. Да, это отмазка. Дальше, 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 дальше. Я не скрываю. Полностью прямые руки, темп выше. Поехали, чуть-чуть осталось. Последнюю минуту бежим. Руки полностью наверху, прямые. Темп выше. Выше темп. Руки полностью наверху. Бежим. Константин, бежим, а не плетемся. Темп выше. Олег, руки полностью наверху. Шустрее, шустрее, шустрее. Очень медленно. Right.
баланчики, две стопки по 12. Это на следующий день. Батарейку показывает, что 95% там радуется, хотя она вздулась там. Чудеса какие. От айфона неожиданно такое. Все работает вообще, летает. Кнопка, которая сломалась, уже сама исправилась с каким-то чудом. Боится, что его поменяют. Испугался. Не, ну прям новый телефон вообще. Я уже начал задумываться, смотреть, там что есть, там десятки всякие, еще что-нибудь. Huawei какой-нибудь, думаю. Ой. Потом, когда все работает, палец заработал. Я вообще забыл, я уже там, не знаю, года три, наверное, набираю цифры. Он не то что ожил, он еще лучше даже стал. Да, лучше стал, реально. Он, эта хрень работала у меня всего ничего. Сделал, а сейчас будет. Ага, он сразу сделал. Сделал, да?
Thank you.
Thank you.
так же. Что сейчас? Партиечку на счет. Ну вот примерно та же история, да? Ну, давай. Давай, сегодня 5 банок, 7.
Ракетка? Да. Что такое тяжелое? Тебе специально такое? Ну там
учебная? Да, капец. Sure.